Он еще живой. Он живой. Всем привет. Как я говорила в предыдущих видео, мы меняем забор. То есть фирма, они должны были среди недели асфальтировать небольшой участок перед домом. И муж хотел все это дело контролировать и выехал раньше нас. Мы приехали на выходные с детьми, и супруг меня попросил вытащить щепку на щеке, которая его беспокоит уже 2 дня. Вооружившись пинцетом, предварительно его обработав спиртом, я приступила к работе. Лайфхак от меня. Если у вас нет под рукой лупы и вам нужно прочитать мелкий шрифт на упаковке, или же, как сейчас, мне понадобилась лупа, чтобы знать, в какую сторону выдернуть щепку, то возьмите телефон, поставьте на функцию «Сделать фото или видео» и увеличивайте кадр. И, пожалуйста, лупа и бесценный кадр в одном. Телефон сегодня и вправду незаменим. А я пойду в сад, чтобы принести зеленый лук к салату. Мы очень любим зелень, хоть салат, хоть со сметанкой и на хлебушек. Поэтому в сад я одета всегда в высокие сапоги, хоть я и получила все прививки от клещей. Сегодня я хочу поделиться очень удобным способом заморозки зеленого лука на зиму. Замороженный зеленый лук прекрасно подходит для приготовления омлета, запеканок, соусов и первых блюд. Свежие зеленые перья в желаемом количестве тщательно промываем под холодной водой и подрезаем корешки, если они имеются. Затем лук нарежьте колечками. Разложите лук удобными для вас порциями в полиэтиленовые пакеты. Пакет плотно закройте или завяжите и отправьте в морозильную камеру. В таком виде они прекрасно долго хранятся. Размораживать перед приготовлением лук не обязательно. Отличная заготовка на зиму. Попробуйте! Так поздно почки появились и листочки.